Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании, у нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фусик, Бульбазавр, Джерри, пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет! Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой Бенди самый быстрый?». Не знаю почему, но мы этого никогда не записывали. Давайте посмотрим, что с этого получится. Будем проверять всех Бенди, которые у нас есть в пилпаках. Первый у нас идет Гиант... Какие-то странные названия. Серчер. Короче, гигантский поисковик или как? Так, давайте будем сразу стоп-сон прописывать, потому что они все разговорчивые. Ты готов? Давай, да. Раз, два, три. Так, ты меня, кстати, догоняешь. Немножечко догоняешь. Чуть. Да, ребята, смотрите. А этот с камеры бежит. Для видео снимает с другого ракурса. Короче, вывод один. Ты меня перегоняешь. Да, да, да. Да. Так, ТПХЦ не могу. Ладно, давай другого. Теперь я беру этого. А я этого. А, минер и пайпер. Раз, два, три. Да опять у тебя быстрее, смотри. Все-таки два до конца добежим, мы это будем видеть, какая разница у них в скорости. Знаете, какие самые самые быстрые будут? Это те, которые гигантские. Сейчас вы все увидите, у нас есть другой пилпак. Они там просто великаны. Здоровенные. Так, и... Я проиграл, ладно, ладно, ладно. Я очень медленный. Так, давайте дальше возьмем топориста. Мне он очень нравится. Сэмми. Стоп саунд. Так. Раз, два, три. Ой, они такие быстрые. Почему-то мне в этой серии попадаются очень медленные бандюшки. Да, очень долго. 5 часов спустя. А если я без шифта? А, шифт никак не влияет вообще ни на что. R, E, Q, пробел. А, он болтает. Отлично, отлично. Так, пока ты там ползешь, я возьму вот этого. О, да, вот этого. Все-таки надеюсь... О, не, давай ты предыдущего возьмешь, потому что я хочу... Все-таки надеюсь, этот будет быстрее. Раз, два, три. Ура, ура, ура. Вот эта скорость у меня. Пойдет. Плохо, что они не тпхаются. О, звук издает конченый. Это хорошо. Звук конченый, это сюда хорошо. Ой, как ты долго будешь идти. Ну, давай. А, так, у нас сейчас будет следующий пилпак. Это просто здоровенные. Так, давайте запоминаем, что у нас прожекторист самый быстрый из того пака. Давайте теперь гигантские пошли. Ого. Нифига себе, я здоровый, пацаны. Почему мы их раньше в записи не используем? Надо срочно использовать этих бенди в записи. Гигантские бенди в лабиринте. Раз, два, три. Там споткнулся об что-то. А, я так и не понял, кто быстрее. Давай еще разок. Давай. А, раз, два, три. Нет, ты тут. Я отрываюсь. Я все-таки вижу, да, что... Я очень сильно буксую. А, следующий. Прожекторист здоровенный. Ой-ой-ой, я самый... Ого, да-да-да-да. Давай. Раз, два, три. Что? Одинаково? Нет, ты быстрее чуть-чуть. Так, подожди, очень спорный момент, очень спорный. Давай еще разок. Давай. Раз, два, три. Стартанули одинаково. Мне кажется, ты чуть-чуть меня перегоняешь, да? Ну да, тут доли секунды. Но сейчас будем их уже сравнивать, кто все-таки из них быстрее. О! А, буду куском чернила. О! О, подожди, их там два есть? Все, я понял. О, это маленький. А что он в этом пилпаке маленький? Хорошо, есть. Давай. Давай. Раз, два, три. Одинаково. Не, я, мне кажется, отрываюсь. Да, я быстрее, быстрее. Видишь, уже руку перегоняю. Да, да. Непонятно ничего, но вроде я быстрее. Так. Ну, давай посчитаем, что ты выиграл. Давай все-таки возьму маленького, раз он тут есть. А, те, которые уже дальше, идут маленькие. Хорошо. Один, два, три. А я бегу... О, я могу тпхаться, это, конечно же, не чест. Ах ты жопа! Кто...
Кто быстрее, ты пэхнется. Давай, кто быстрее, ты пэхнется. Понимаешь, что тут на скорость... Ну, давай. Раз, два, три. Я сделал фальш-старт. Ладно, это нечестно. Давай этого проверим. Давай. Один, два, три. Не выиграл. Я как-то слишком медленно. Отлично. Сейчас пацаны, которые с нами бегают, они не просто так бегают, они сейчас будут нам помогать. Какой-то да. Хотел, чтобы они взяли еще аниматроников, но понимаю, что аниматроники настолько быстры по сравнению с Бенди, что нема смысла сравнивать даже. Так, чернильная кабака. О, и это. Поехали. Давай, раз, два, три. Еще выстрел, у нас все дела. А, мне кажется... Быстрее. Твой? Или одинаковая? Одинаково полностью, идентично вообще. Да, вообще не ничего не изменилось. Ну, значит, одинаково. Да, проверим, ТП. О, они могут ТП-хаться. Я так понимаю, что с этого пока они все ТП-хаются. И это нет, круто. Там некоторые не ТП-хались. Не ТП-хаются? Да, некоторые. Так, давай теперь будем сравнивать. А, бери вот этого, с этого пилпака, только что, что мы были самого быстрого. Это у нас был это, да? И давай возьмем вот этого. Сейчас у нас будет... О, давай гиганта с маленьким сравним. Давай. Кстати, это такого еще мы ни разу не делали. Ребята, напишите в комментариях, кто же будет быстрее, Бенти большой или Бенти прожекторист маленький. Один, два, три. Да, ну конечно, Я даже там рядом не всплываю вообще. Так, давай другого возьму. Пусть у тебя это будет, эталоном скорости у нас. Окей. Так, это тоже медленный. Так, сейчас. У нас есть, этот был. Давай вот этот. Не, подожди, это тоже был. Это тот же. Возьми большого этого червячка. Биг Фрожек. О, давай вот этих сравним. О, давай. Раз, два, три. Ну давай, шкандыбай, какая-то кабака у него на жопе там висит. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Мы записываем веселые ролики и угораем. Пацаны, берите тоже сейчас Бенди, какие хотите. И сейчас мы будем тестировать, кто из них самый живучий. А, сейчас мы пропишем себе килл. Пацаны, берите себе пока месь, а я сейчас все запилю. Сейчас мы все сделаем по красоте. Так, у нас Бенди NPC есть? Есть, отлично. Мне это очень нравится. О, давайте, знаете, что проверю? Могу ли я вселяться в Бенди? Вот это было мне реально интересно. Думаю, что-то я хотел. А, у нас лимит. Да, мы сейчас лимит исправим сами. Вот, смотрите, у нас есть вот такой вот Бенди, да? Который орёт на меня. И мне... А, управлять. Ну, управлять он будет... Ну да, не так, как я хочу. Ой. Я не понимаю, что происходит, но очень интересно. Все, пацаны, берите бендюшкиных. Сейчас я расставлю на карте, они нас дамажить не будут. Все. Готовы, хорошо. Ой-ой-ой, как громко это все, ребята. Ну, надо потерпеть. Потому что мы делаем, как всегда, очень эпические кадры. Только для вас. Лишь для тебя. Все эти классные ролики. Так, давайте вот этих все-таки поставим побольше. Ой. А, лимит сработал. Ну и ладно. Потому что вижу, немножко начала подлагивать. Ребята, первая бомба. Первая бомба. Возьмем не сильно мощь. Ничего себе, я даже не вижу. Сейчас, несы. Так, ребята, пошла. Ой. Что, просрались, что ли? Да нет, некоторых, конечно, толкает, но не умирают. Ну, они не умирают, да? Вот, падают, да. Смотри. Прям насыпаю жестко. А они не взорвались. Да, я понял, пацаны, эта бомба очень слабенькая. Поближе. Так, полетела. Ой, ребята, убивает. Ой, красота. Офигенно, да, эффект? Оно еще, типа, она делает эффект, как будто ты задыхаешься. Хорошо. О, Марк 82. Подальше отлетим, потому что этот Марк, видно, такой нормальный. Ой.
Блин, не туда скинул. Макс, ничего, партию давай. Все, полетело, пацаны, прям четко. Ой-ой-ой. Красота. Живые? Да. Да вы что, вообще обнаглели, что ли? Ой-ой-ой, текай, Димка. Ого, красиво. Живые. Не берет? А, не берет? Все, сейчас возьмет. Ой, нет, я не знаю. Ты знаешь эти бомбы, да? Да. Они очень мощные. Живой, я вижу, ты ходишь. Офигеть. Одного нашего убила. То есть двух. У него NPC на... Ой, ничего не видно, но очень интересно. Ой, меня даже убило, офигеть. О-хо. Живой. Да ты живой, сколько у тебя жизней? Много. Много, да? Хорошо. У нас есть еще бомба. Так, подождите, это не та. А давайте вот эту жахнем. Все, пацаны, сейчас я улетаю. Прощайте, вот просто прощайте. Эй. А что нам пространство? О! У-ху-ху-ху-ой. Вот это эпик. Да ладно тебе, это что-то вообще не его верно. Да. Наверное. Ходят втроем живые. Все, пацаны, ладно. Пошутили и хватит. Это, короче, надеюсь, последняя волна бомб. Потому что после такой... Ой, надеюсь, они активируют тебя. После этого никто волны не выживает. Вот это жесть. Мы выжили. Опять выжили? Да. Вам не надоело выживать? Хорошо. Хорошо. Не хотел я эту бомбу тоже взрывать, но мне придется. Сейчас попробую прям четко вас там, это, давайте взлетим вот сюда вот. И попробуем навесиком. Как-то. Не достало до взрыва, вы до... Не, достало. Ого, меня дамажит. Нет. Нет. Она нас тоже не берет, потому что она нас вообще не... Пацаны, а сейчас? Летит бомба. Ой, всех убили. Вот это точно получилось. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!